Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале AlexPlay, и это видео по игре Accident. Продолжаю его я рассматривать аварии, и сегодня у нас будет Приморская трагедия. Так называется данное дело, можно сказать. Начинаем симуляцию. Так, что у нас тут? Ну что ж, сейчас узнаем, что там у нас произошло. Поглядим. Так. Они гораздо больше опыта в несчастных случаях, чем у тебя. Ну понятно. Так, ну давай быстрее. Ну да, это где-то Великобритания. Так, ну что, приготовились. И начинаем. Так, телефон у нас уже тут есть. Понятное дело. Местоположение, думаю, проблем у нас не будет. Так, аварийка. Телефон. Ну, шансы есть, чтобы спасти кого-то. Так, все, выходим. Пакет какой-то. Так. А, это с этой стороны надо устанавливать. Что, блин, другое движение. Так, все, установили. Выключить зажигание в автомобиле. Ой, тут лоб в лоб произошло, да? Ух ты, елки-палки. Ё-моё, еще и велосипедист, нифига себе. Так, давайте по баринкам мы тут. Не понял. А, о. По баринкам давайте. Что тут за месиво произошло? Офигеть просто. Так, зажигание выключили. Мотороллер. Включаем зажигание, все. Это силач, конечно, одной рукой. Ого. Да. Ну, я не знаю, что сказать. Так, а печку возьмем на всякий случай. Так, проверяем пострадавших. Пошли дальше. Сюда. Так, готово. Так, с этим что не так? Ой-ой-ой-ой, без пальца, офигеть. Так, GPS надо. Да ёлки-палки. Как так через кусты нельзя пролезть? Ну и что? Ага, ну все, значит. Так, помогаем жертвам. Тихо ты жертвам. Так, что? Что? Так, этот что? Этот отдыхает. Найти потерянный палец. Как бы это смешно не звучало, но где его найду тут?
тут потерянный палец, а вот что-то лежит, да? Я офигею. А, так... пакеты. Не зря эти пакеты у меня тут стоят. Купил себе хавчик, блин, чтоб пожрать. Буду пальцы пришивать. Аккуратно почистить палец. Чего? Стоп, а где это палец? А, о. Ну, потом пришьют. Аккуратно чистить палец. Так, хорошо. А куда мне его положить? Сюда, наверное, да? Ну, я не знаю, куда. Куда мне его кинуть? С ума сойти. Сохраняй палец холодным. Хорошо, а как? А, вот тут что-то есть, да? Кш-кш-кш. Так и ж. Не, ну... Не сюда, наверное. Сюда, наверное. Не сюда. А куда? Кондиционер в машине. Блин, а нельзя было сразу сказать? Интересно. А, и все? Так просто. Ну, пальцы еще спасать. Такое еще не делал. Но интересно. Так, ладно, давайте-ка попробуем узнать, что у нас здесь произошло. Узнаем причину. Так, следы торможения. Раз. Питер резко тормозит. Два. Обгоняя велосипедиста. Кровь. Лора падает с велосипеда. Зеркало. Другая машина оторвала правое зеркало, когда они проезжали. Царапина. Питер теряет равновесие и падает. Велосипед. Пикап врезался в велосипед. Боже, что тут произошло? Так, что тут? А, все, да. Давайте попробуем. Так, значит, что? Что? Питер редко тормозит. Это было все потом. Другая машина оторвала правое зеркало, когда они проезжали. Лора падает с велосипеда. Въезжающая машина резко падает. Питер резко тормозит. Пикап врезался в велосипед. Питер теряет равновесие и падает. Другая машина оторвала. Ну, наверное, вот это первая, да, скорее всего. Что-то тут. Сейчас узнаем. Нет, наверное, не так. А может, обгоняя велосипедиста? Там второе. Питер резко тормозит. А кто у нас Питер? Так, стоп. А кто у нас кто? Хорошо, давайте пока подумаем логически. Так, стоп, это что, оттуда едут, это туда. А, не, наоборот. Так, ну это у нас, судя по всему, следы байка. То есть байк как-то, то есть пикап ехал. Тут у нас байк.
Байк едет, как-то вот тут он падает. Тут велосипедиста врезался. Ну, наверное, я понял, что вот это вот было так. Обгоняю велосипедиста. Ага, то есть фил. Хрен его знает. Питер резко тормозит. Питер теряет равновесие и падает. Другая машина оторвала правое зеркало, когда они проезжали. Боже, как все сложно-то, а? Да не, я даже не знаю, как тут понять сценарий грёбаный. Пикап врезался в велосипед, Лора падает с велосипеда. Ну, я не знаю. Тут вообще даже ничто не сходится, понимаете? Хорошо, убираем ту всю хрень. Что у нас получается? Обвиняя велосипедиста, замечает въезжающую машину, резко поворачивает. Другая машина оторвала правое зеркало, когда она проезжали. Наверное, так вот было. Тут Питер резко тормозит. Питер теряет равновесие и падает. Нет, опять же, не то все. Ну, ё-моё, ну что ж так сложно-то, а? Пикап врезался в велосипед. Лора падает с велосипеда. Что, нет опять? Питер теряет равновесие и падает. Питер резко тормозит. Опять не то все. Ну что ж такого? Что ж вам надо? Питер резко тормозит. Питер теряет равновесие и падает. Шо? Нет опять? Так. Так. Велосипеды, мотороллеры всякие. Так вот. Что там дальше? При приводе болезни хирурги сказали, что начали процесс повторного прикрепления отрезанного пальца. Они смогли восстановить частичное движение, но до конца жизни Билли был уязвим к холоду. А что у нас дальше? Ну, вроде все живы. Так, ну ладно, сценарий решили. Что у нас дальше? Может, тут сейчас еще будет? Нет, больше пока ничего нету, да? Да, это был последний сценарий. Ну что ж, буду ждать следующего обновления на эту игру. Следующий сценарий поступит со следующим обновлением. Так что, ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И также комментируйте это видео. Да и вообще, ссылка есть в описании на плейлист с предыдущими сценариями. Кому интересно, можете посмотреть. А на этом все. Всем пожелаю счастья, здоровья, удачи и всем давайте пока. Увидимся.